шахматах возможно огромное количество комбинаций. До сих пор не знаю всего в шахматах. Я сказал своей прабабушке, когда мне было лет 6, что я буду шахматистом и буду чемпионом мира. С 12 лет я представлял опасность для всех шахматистов. Матч с Карлсоном действительно был значимый этап моей шахматной карьеры. Считаю его величайшим шахматистом по всей истории. Я бы мог просто разгромно проиграть матч, но я повел в счете. Я шел буквально по лезвию бритвы. Были шансы развивать победу, но я сделал только ничью. И после этого он сумел прийти в себя. Он стал играть сильнее, он стал играть жестче, злее. Пожертвовал ферзя и неминуемо настраивал матч. Я понял, что все, не удалось. Сам протянул руку, потому что я сдался. Благодаря этому матчу шахматная жизнь в России проснулась от спячки, и люди вспоминали, что есть шахматы, и что они в них играли раньше. А через месяц был чемпионат мира по блицу. И за этот месяц ни разу не прикоснулся к шахматам, приехал, стал чемпионом мира. Это фантастика. Шахматы дали мне очень много. Я принадлежу сам себе, не принадлежу никому клубу, меня никто не может продать, купить, меня никто не может заставить играть там, где я не хочу. Шахматы дали мне свободу.